Друзья, привет! На дворе 4 из 5 пятниц октября, с чем я вас и поздравляю. Вертикальные новости. Я обещал вам Машу, но Маша так увлеклась съемкой программы «Жизнь так устроена» про самолеты, что сегодня опять на съемке, и здесь сегодня опять я. Поехали. Ессентуки. Нет, ну вы только посмотрите, какая у нас крутая землячка. Вера Ставицкая, блогер с более чем полумиллионной аудиторией в ТикТок, начинающая актриса, модель, фитнес-дива и заботливая бабушка. Совсем недавно она снялась в фильме «Шифр», и мы уже хотим с ней познакомиться. Там же в Ессентуках на дни школьных каникул запланирован грандиозный кинопоказ. Неделя классических детских кинофильмов бесплатно. Вот вам афиша. В русском лесу Ставрополя нашествие опят. Вот, кстати, как они выглядят, если не знали. Где собрали, мы не знаем, а и знали бы, не сказали бы. Если пойдете по грибы, помните о правилах поведения в лесу. Маргаритка, Виола и Незабудка украсят клумбы Ставрополя после зимы, работы уже начались. И посмотрите на видео. Это сотрудницы МУП «Горзеленстрой» за работой над посадкой растений. Красота. И в завершении. Вамбат недели желает вам хороших выходных. Увидимся.